الناس تقول له اتق الله صلي، لابد تصلي أنت مسلم. Некоторые люди говорят другим людям: побойся Аллаха, почему ты не читаешь намаз, ты же мусульманин. يقول لا أنا حر. Но этот человек отвечает такому совету: أنا أصنع الذي أريد. Он говорит: ты не имеешь права мне это говорить. Я свободолюбив и могу думать и делать все, что мне заблагорассудится. Ты мне не говори такие слова, отвечает этот человек. اتركني وشأني مالك. Да, он даже может быть нервничает и говорит: какое тебе дело до меня? Оставь меня, что хочу, то и делаю. نقول له أنت بهذا عبد عند الشيطان. И если такой человек на самом деле проявляет себя именно таким характером, мы должны ему сказать следующие слова: тогда запомни и знай, что ты в настоящее время не являешься рабом Аллаха, но являешься рабом дьявола, который научил тебя ответить на мое наставление таким образом. الحر المسلم الصادق لابد يمتثل شرع الله سبحانه وتعالى. Мы должны прекрасно понимать, что мусульманин обязан следовать Писанию Всевышнего Аллаха, его шариату. У мусульманина нет выбора пятиться назад. Он обязан услышать и подчиниться.